Привет, Дик. Как дела? Блэр, как поживаешь? Ладно. Отлично. О, хороший выбор. Вот так. Пожалуйста. Ага, хорошо. Ага, ладно. Ясно. Дик, береги себя. Окей, леди. А, сейчас. Черт! Рики, я у Милаква Лейк. Да, здесь целый лагерь номадов. Справишься с ними? Да, конечно. Отбой. Он не сюда. Что, ребята, думали, можно устроить лагерь на территории Lost Lake и заправлять тут всем? Кучка убийц и воров. Ну все, пора убили! Я надеюсь, это все? Нет, еще парочка. Давай, давай, давай! Thank you.
Вот так. До свидания, ребяточки. А теперь надо только сообщить Рике. Рике, все. Готово. Я зачистил лагерь к северу от Милаква Лейк. Спасибо, Дик. Я передам Майку. Скажи Митчеллу, что может снова играть на улице. Он еще мальчишка, Дик. Именно. Если он хочет стать взрослым, пусть учится держать в руках оружие. Да, ты прав. Я им займусь. Спасибо, Дик. Найду тебе применение. В лагере, как обычно, еще полезная палка. Это я заберу. А ну-ка, что там я могу сделать? Холодный топор. Что это? Холодный топор. Так. Ну, потому что он поломанный. Окей. Дик, слышишь? Это Lost Lake, прием. Что такое, Майк? Ты разобрался с лагерем намадов к северу от Милаква Лейк? Да, они нас больше не потревожат. Слушай, Майк, тот парень, Митчелл, не стоит ему пока что ходить на вылазки. Рано ему еще. Ладно, с этим я разберусь. Спасибо, Дик, конец связи. Понаставляю тут дерьма. Дик, как будет время? Заскочи в лагерь. Надо поговорить. Привет, Рики. Да, хорошо, заеду. Конец связи. Очень опасный лагерь. Столько трофей. Ресурсов. Прям трофеи. Походу, кроме капкана, я ни одного трофея себе не нашел нормального в этом лагере. Куда мы ехали? Сюда. Это территория ублюдков эти. Тут и орды должны где-нибудь быть. Потому что я тут вообще ни одну не убивал. Ага.
Понятно. Я понял. Это очень полезный скилл. Хорошо. Это палка не очень нравится. Но кувалда, судя по всему, все равно хуже. А где? Где? А? Я понял, принял. Так, микрофоны. Их же тут пойди до хера, да? Так, да. Работы на полвечера. Вот он за разговорчики. По-моему, ты же умер, что ж ты рассказываешь? Так, тут нет, хорошо. Есть только сраные зомби. Мне нужна канистра. Тут точно не залезть. Зомби сраные. Нет тока, ну конечно. Было бы удивительно. Тут еще и электричество не будет, щитки искать, да? Ясненько, понятненько. Хорошо, канистра. По идее, все обрезал микрофоны. Порядок. Точно его там не было?
А ты че там наверху, блядь? А делаешь? Ну, погнали. Наверное, надо еще раз пробежать. Есть. Я подсказываю, что... Знаю, что там у тебя есть, но я-то точно все должен подбивать. Вроде ничего интересного не видно. Сломан. Ну-ка. Ага, другое дело. Ну, вроде нигде не говорят. Да, наконец-то. Так, ну теперь посмотрим. Инъектор? Крутые у Нера штуки. О, где там рация? Или только одна была бумажка почитать? Как бухарь говорит, койка зовет. Ну ладно, идем. Тут все равно кто-то рычит. Засранцы. Да, неплохо. Куда бы поддаться? Куда-нибудь сюда. Еще насильников, воров и убийц. Но вы уже не себе выслали. Сейчас. Подожди. В одиночку тебе не выжить. Я знаю один лагерь. Придите к нам. Мы освободим вас от вашего эго. Когда ваше эго погибнет, вы будете найдены. Иди к Лост Лейк. Проси Рики Патил. Она тебя впустит. Так же, как и мы. Спасибо.
за все хорошее надо платить. Чтобы стать свободными, мы идем на жертву. Да, скажи, это был Дикон Сент-Джон. Они меня знают. Что ладно, беги, только аккуратно. С тем, что вы за нее получите. И когда настанет воскрешение. Я знаю, что у тебя мозги спеклись. И мы с Бухарем приложили к этому руку. Что было, того не изменишь. А, да, да, не вопрос. Это еще что? Кто-то попал в ловушку? Помоги, эй, помоги! Конечно. Помоги мне! Я, конечно, пострелял. Сейчас я тебя вытащу. Тебя. Ты хочешь тут сдохнуть? Слушай, рядом есть лагерь. Думаю, ты не особо обиделся. Да, да. Где он? Покажи. Я пойду. Пойду. Туда. Плюс... Ну, да. Дальше. Иди к Lost Lake. Спроси Рики Патил. Она тебя впустит. О, черт. Я думал, мне конец. Понимаешь? Огромное, огромное тебе спасибо. Скажи им, Дикон. Дикон Сент-Джон. Ладно, беги, только аккуратно. Лом. Бери, смотри.
Все, гряди. Всегда пригодится. Это я возьму. Лома никогда не бывает много. А вот 19 это уже хорошо. Что у вас тут за тусовка? Я смотрю, вы тут уже максимально эволюционируете. Здесь дорога теперь открывается. Канистрочки. Тупик или я? Что-то не понимаю. Ну, выглядит как тупик. Thank you.
Керосин. А бензин? Куда ты так разогнался? А вот и он. То, что надо. Зажигаем. Тоже мне ловушки тут устраивают. Успокойтесь уже, ребята. Карлос мертв. Нам тоже ничего не остается. Вот продолжим. Так. А на эту сторону все-таки нет дороги. Тоже финал. Растерял. Это не Карлос, это Джесси, сука, Уильямсон. Я виноват перед тобой, правда. Но не надо гнать вот эту хрень. Посмотрим поближе. Ладно. Посмотрим. Вот ты где.
Смерти! Какие борзые! Ну давай. Освобождай. И все. Себе засло. Палка, топор пока самое лучшее изделие. Это немножко не туда. Или туда? Какое знакомое место. Тут же жена твоя работала. Лол, чел, это ты, конечно. А, да там снайпер! Тусуешься. А снайпер? Вверху где-то справа. Да? Ага. Ну как, нравится, долбанный снайпер? Я чищу тебя! Не думаю. Пожалуй, да. А
хватит. Просто решен. Тут больше ничего интересного не осталось. Кто-то у ворот. Открывайте ворот! Ну, пару месяцев назад мы были недалеко от Крейга. Давно не виделись. Так искали. Блэр, как поживаешь? Надеялись. Отлично. Ага, ладно. Ага. Так-то лучше. Ага, хорошо. Да, вот это дело. Намады называют их шакалами. Они кишут. О, хороший выбор. Ага. Обезьяна. Мы едва уцелели. Дик, а тебе береги хоть себя. Железные нервы. Ну-ка, погоди. Что-нибудь чувствует? Ну. Же надо было что-то сдать. Там, из прошлого. Рикки. Слыхала я об одной семье. Дик, нам очень нужна твоя помощь. Еще задание? Привет, что ты такое? Че? Со мной только что связался Джереми. Джереми? Гивенс, парнишка, который приехал пару дней назад. Он был из той группы, что пропала у Тумала. Я отправила его дежурить на болото, но Джереми не шибко послушный. Ладно, да. Но что значит связался? Почему он в Одище? Хотел себя проявить, сам пошел на вылазку. Ну и где, в общем, мой у него топливо ключ? Кончилось возле одной фермы на северо-западе отсюда. Я отметила на карте. Отыщи его, пока... Пока он там не убился, да? Ладно, я его поищу. Купишь что-нибудь? Бас. Ладно, ладно. Я случайно. Сейчас заправим. Ну да, ладно. Где там наш малец? До встречи, Дик. Я вот все думаю про фриков. Они... Привет, Дик. Себя Рики, а где именно эта ферма? Прямо напротив моста, который ведет на ферму. Это получается слева. Так, погоди, ты имеешь в виду ферму Lost Lake? Понял, понял, конец связи. Так, это, видимо, он. Ага, кончилось горючее. Он взял канистру. Куда ж ты делся, Джереми? Черт. Да вот же целая канистра-то, а? Джереми, Джереми. Кто тут стреляет уже по тебе, что ли? Рики, я нашел его байк. А его нет? Нет. Похоже, он отправился в Кэмп Шерман. Господи, Дик! Да он, небось, на заправке. Выуживает из торгового автомата шоколадные батончики. Я его найду. Вот и заправка. Ты где, парень? Вот я возьму. А, избитый такая тема. Thank you.
Ну и где этот малец? Так, ты наполнил канистру. А, черт, мародеры. Что-то видела. Но тут вряд ли он будет. Так, держись, парень, я иду! Мистер Сен-Джон! Парень. Да слава богу! Слава богу! Просто Дик, ладно? Они хотели, они... Собирались меня разрубить и потом съесть. О, господи. Короче, ты сам доберешься? Бери канистру и дуй обратно в лагерь, понял? Да, сэр. Какое тебе нахрен, сэр? Я Дикон. Да, сэр. Ага, спасибо, сэр. Сэр Дикон. Это еще неплохо. До мопеда довезете сразу. Еще за городом этот прикол ставил. То, что надо. Ну вот, порядок. Дикон, пустите!
Ты знаешь путь через перевал Тилсон. Ты как-то сказал мне, что... Ничего я не говорил. Иди, да я не могу тебе помочь. Просто нарисуй мне карту. После того, что ты сделал... Что сделал я? Да ты на себя посмотри, старик. А? Кэм Шерман? Уходи. И что ты там... Нет, ты давай слушай. Покое! А что если ты мог бы вернуться назад и все исправить? Я тогда посадил Сару на вертолет с облегчением. Как тебе такое, а? С облегчением. И вот с этим мне пришлось жить. А теперь ты гоняешься за призраками. Думаешь, найдешь жену? Это если ты найдешь. И все наладится, да? Станет прежним? Не знаю, попытаться надо. Ладно. Если я это сделаю, покажу тебе путь через перевал. Не возвращайся. Понял, обещай мне, что не вернешься. Как скажешь. Черт. Надо поговорить с Бухарем. Говорят, там какие-то ополченцы ведут с этими фриками войну на истребление. А мы тут засались за жалкой кучки упокоителей. Поживает лучший охотник за головами. Привет, Блэр. Как торговля оружием? Ага, ладно. Вот так. Ага. Эй, Дик, ты уж будешь осторожен. Дикон Сент-Джон. Как оно, Джо? А, ясно. Ладно, пока, Дик. Эй, Дикон. Эй, Бас. Работа накопилась. 100 лет тут посидим. Нету 100 лет, пара дней, не больше. Что еще предложить? По-моему, винты кончились. У тебя там есть? Теперь твой байк выглядит классно. Как починить? Работы накопилось. 100 лет тут просидим. Буду здесь, если понадоблюсь. До встречи, Дик.
Охренеть. Понял. Я... Вот зимой мы были на Фервелл Ридж и видели фриков. Тысячи, тысячи фриков не сосчитаешь. Да, я помню. А я все думал, что те, которые остались, все мы теперь бездомные. Кучка жалких беженцев. Да, мир теперь их. Мы выживем. Это мы наловчились. Выживать. Не жить. Как говаривал наш Джек, неважно точно знать, куда ты держишь путь, но очень важно знать, куда вернешься. Мы как-то никогда не говорили, почему все еще носим цвета, хотя такие вещи в этом дивном дерьмовом мире уже ничего не значат. Да, привычка. Последние два пса на земле – парни из Фервелл. Ну да, байкеры – самые крутые бродяги на разбитой дороге. Именно. Это уже почти как настоящий бренд. Да. Мы много кем были, но брендом никогда. Когда уезжали из Фервелла, без Сары, без Джека, одни. Я знал, что мы... оставляем все в прошлом. И теперь у нас ничего не осталось. Кроме этого. Опять подашься в номады? Да, похоже на то. Ну-ка, Джек, иди-ка сюда. Если она жива, ты ее найдешь. Дик, ты готов? Да, Майк, готов. Встречаемся у ворот. Не заставляй меня ждать. Да... Конечно, как скажешь. Привет. Майк поведет тебя через перевал? Ага. Ты правда думаешь, она жива? Типа миллиарды погибли, а она осталась жива. Но мы же как-то выжили. Если я сдамся, если я не сделаю этого, тогда я стану таким же, как... Как мы. Да? Как Железный Майк, как Бухарь. Лагерные так нас зовут, да? Иди и отыщи свою женщину. Ладно, я пойду. Слушай, знаешь, что я думаю, Дикон? Я думаю, тебе здесь просто страшно. Ты боишься быть частью чего-то. Ты нам нужен, и тебя это пугает. Прям до усрачки. Мне жаль. Да, и мне. Готов? Да. Не терпится отсюда убраться. Сюда.
Ладно, показывай дорогу. Джеком разок рыбачили. Ну, тогда еще. Да? Он поймал одну и не знал, что с ней делать. Да, Джек такой. Он вас держал в узде. Вы, конечно, много чего натворить успели. Но вроде обошлось без убийств. Преднамеренных. Мы никогда не стреляли первыми. Знаешь, сколько сюда съезжалось туристов каждое лето? Немало. Тысячи. Не сосчитать. На шоссе стояли впритык внедорожники и автофургоны, а в них сидели мамаши с обгорелыми носами, папаши с пивным пузом и их сопливые дети. Радуга из панам, шлепанцев и гавайских рубашек. Ползли по этой дороге все лето, как разноцветные муравьи. Из Лос-Анджелеса, из Фервелла, отовсюду, без остановки. Хорошо, что я сюда не ездил в это время года. Помощь нам не помешает. У меня нет выбора, Майк. Ага. Понятно. Иди за мной. Да, ладно. Все, дальше я не поеду. Держись этой тропы. По ней ты спустишься прямо в долину Diamond Lake. Ну, удачи. Надеюсь, ты не ошибся, и твоя жена жива. Жива? Ну, может быть. Только спроси себя, что хорошего, если все остальные мертвы? Never know what tomorrow may bring. Wanna lie next to you, could be a memory.
I've analyzed, I've memorized your face. Just in case. The name lasts me eternity. It's a shame that it ain't enough for me. Life's for the live, I won't be given up. You taught me how to, you taught me how to love. Take all I cherish, beat me till my heart is numb. Life's for the living, I won't be giving up. Что происходит? Никаких тебе видней. Ну, все, парни, расслабьтесь. Он уже подох. Ну ты крутой. Я Рассел, Глен Рассел. Рядовой Малинс. Привет, Рик. Я Дикон Сент-Джон. Как говоришь, рядовой? Да, так точно. Дешутское ополчение. А ты не местный. Через перевал пришел? Не-не-не, я так, по окрестностям брожу. Пришел из Солт Флэт, с востока, от Силвер Лейка. Фух, ого, ничего себе. А как тебя сюда-то занесло? Как перешел через 97-й? Эй, братан, ну ты даешь. Что? Да он твою шкуру спас. Полковник же приказал сторожить все подходы, и с севера, и с юга, вот я и... Слушай, успокойся, ладно? Давай с этим капитан разберется. Ладно. Да он только что шатуна завалил. Идем с нами. Лагерь рядом с Diamond Lake. Там и жратва, и койка. С нас причитается. Ну да, идем. Годится. А Флорес? Нельзя его бросать. Ого. Ты покарауль. Бедняга, а я привезу Флорес. Нет. Слушай, будь здесь. Возьмешь его патроны, а я быстро. Хорошо? Погнали. Ну, веди. Дайте шкуру с медведя содрать, ну и шинель. Держись рядом со мной! У нас тут в последнее время всякий сброс шастает. Если нарвешься на патруль, могут быть проблемы. Вообще, ага, понял. Как говоришь, дешутское ополчение? Ты пойми, мне главное, что ключи дают. Если для этого надо ходить строем и говорить «Ей, сэр, мне не сложно!» Нахрен отсюда. И много вас тут?
В этом лагере человек 100, может больше. Трудно сосчитать. А вот на базе народу гораздо больше. Ясно. А женщины там есть? Ну, насчет баб можешь особо не надеяться. Полковник сказал, чтобы никакого Понебратства! Да, вот этого. А так-то к нам принимают всех, и мужчин, и женщин. Полковнику главное, чтобы человек работал и приказы выполнял. Короче, ты меня не так понял. Я ищу группу людей, среди них женщина. Это знакомые мои. Год назад вместе в дороге были. Они ехали со стороны Сильвер-Лейк. И, по идее, должны были остановиться в одном из лагерей беженцев. Сильвер-Лейк? Чё-то ты путаешь. Там уж год как ни одной живой души. Ну, может, не год, может, больше. Тут хрен уследишь-то за временем. В общем, я чё спрашиваю? Не могли они у вас оказаться? В смысле, вы из лагерей Неро никаких беженцев не подбирали? Ну, могли. Я говорю, у нас большая армия. Спроси капитана. Он сюда ехал через Солончаки. Может, он знает. Капитана? Да, Коури. Он командует лагерем Diamond Lake. Скоро там будем. Мы на месте. Это Капрал Рассел. Открывайте! Капрал Рассел. Доложи. Он был у нас уже в руках, байк его нашли, еще дымился. Но упустили, да? Нет, сэр. То есть, да, упустили. На нас там шатун попер. А Малинс и Флорес? Флорес погиб, капитан. Малинс сторожит. Понял, капрал. Бери горючее. Гони к Малинсу, что делать знаешь. Да, да, сэр. Это, если б не он, мы бы все там полегли. Я вроде как пообещал ему на сегодня еду и ночлег, сэр. Капрал, давай вали отсюда. А ты у нас? Дикон Сент-Джон. Капитан Дерри Коури. Что-то не так? Ну вот это поворот. Кольцо. Я просто как-то устал, уже много дней в седле. Этот Рассел сказал, вы берете людей? Записаться хочешь? Я думал осесть где-нибудь, да, лагерь найти. Что, возьмете? Идем. Короче, это совсем не конец. По одищу скидаешься. Трудно сказать. Там быстро теряешь счет времени. Снаряжение? В лагерях давали поручения, я выполнял. В основном охотился за головами. Фриков или людей? Всех. Я был известен как человек, который может кого угодно выследить. Какие лагеря? За работу, где парни! Они? Ну, за долиной Фервелл. Неважно, их больше нет. Их разгромили. Рассел сказал, вы видели, что случилось с лагерем Сильвер-Лейк. Не расходимся. Соберите. Видим. Ага, есть. 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 Уцелевшие были? Несколько. Интересно, почему вот. У него его кольцо? Это или деньги ее? Ополчения. За спасение бойцов. Их тут везде принимают. Хорошо. Хочешь к нам? Жди здесь. Мы скоро будем выдвигаться. Выдвигаться куда, интересно? Ты вроде говорил, умеешь следы искать. Ну так. У нас тут не одище. Порядки армейские. Точно потянешь? На понт взять решили? Я тебя возьму. Но присягу примет полковник. Будь с нами. Поможешь? И я тебя отведу. Я понял. Хорошо.
Господи, у этого ублюдка мое кольцо. Он отобрал его у Сары. Он отобрал его, Сара, потому что сама бы она это кольцо ни за что не отдала. За что ты расплатилась с этим кольцом? Ничего это ты не стараешься! Чему ты еще не нахожешь? Этот на ополченца не похож. Тебе так нравится эта полоса? Хочешь пробежать ее еще раз? Ну так давай, принцесса! Есть, сержант! Иду, сержант! Есть, сержант! Это все. Спасибо. Отойди. Здрасте. Еще лучше мопед будет. Марш, марш, марш! Я не видел тебя здесь раньше. Я Лукас Монро. Да, я... В общем, я только прибыл. Дикон Сен-Джон. Ну, ты осмотрись тут. У меня тут всякие запчасти для байков. Если кредиты есть. Ага, ладно. Хорошие из трейдинга байки. Нужно что-нибудь? Скажи сразу. Да, да, классная вещь. Лутать. Недавно здесь. Я Эва Бергстрём. Друзья называют Берги. Дикон Сен-Джон. Да, я только прибыл. Что ж, Дикон Сен-Джон, магазина нет. Займись своим делом, и мы отлично поладим. Идет? Ага. Не особо. Да, мэм. Есть, сержант. Потому что у нее нет оружия. Добрый день. Это как Руми, раз. Да? Слушай, мне интересно, а как тебя забросило, ну, так далеко от дома? Я изучала театроведение в местном колледже. Попала туда как студентка по обмену из Йокогамы. Это в Японии. Я догадался. Ну да. В общем, как ты и сказал, далеко от дома. Понятно. Раз, два. Раз, до встречи. Два. Раз, два. Держать ритм. Ага, есть. Эй, чё-то ты как-то не очень похож на ополченца. Эй, я Уэйд Тейлор. Зови Уэйдом. Дикон Сен-Джон. Ни хрена себе. Дикон Сен-Джон? У тебя папаша проповедник, что ли? Нет. Охренеть, вот ведь имечко. Ладно, слушай, не, ну Уэйд, ты посмотри, это ж долбануться вообще. Ну да. Так что, ты типа пришел завербоваться в армию, в солдатик? Не знаю, может, слушай. А ты, походу, водище был не так давно. Да, друг, вчера я пришел. Ясно, я тут... встречи с полковником или кто он. Я ищу человека, мы были вместе в пути. А. Ты тут никого похожего не видел? Нет, друг, но выглядит зачетно. Я б такой вдул. Пойду я, друг. Мне на осмотр будут типа в шее искать. Удачи тебе, Дикон Сен-Джон. Охренеть, во имя-то. О, нет, этот совсем упоротый. Он бы не запомнил Сару, даже если бы она по оружию ему дала. Ну, Сара, где ты?
Куда ты делась? Ты здесь. Где-то здесь. Может, в этих палатках? Тебе может быть получше? Здесь. Лазарет. Учитывая ее специализацию, ей там самое место. Так ведь? Нет, не здесь. Заглянем в эту. А, черт, здесь ее тоже нет. Наверняка в этой. Сара? Сара, ты здесь? Черт, не здесь. Черт, ее нигде нет. Ее здесь нет. Ну да, конечно. Не могло же все быть так просто. Как мило. Сен-Джон, ты слышишь? Капрал Рассел сказал, у тебя есть рация. Да, да, я слышу. Жди меня у ворот. Хорошо. Скоро выдвигаемся. Не передумал? Да с чего бы. А ты тут потрудился? Так, малость. Открывай! И как? Ездишь-то нормально? Ну да, в общем, нормально. Если хочешь в ополчение, покажи, что ты годен. Постарайся не отстать, Сен-Джон. Так что там такое произошло? Вроде похоже на лесной пожар, но там пни обугленные. То есть, деревья сначала срубили, а потом уже сожгли. Зоркий глаз. Мы зовем это мертвой зоной. Примесину пускаем на баррикады, остальное выжигаем. Поэтому любую орду мы замечаем издалека. И что? Вы собираетесь все здания тоже сжечь, чтобы фрикам было негде спать? А ты знаешь их повадки. Я ж говорю, я водище не первый месяц. Так это вы и хотите сделать? В смысле, ополчение? Решили спалить все дотла? Мы ведем войну, Сен-Джон. Ради победы мы пойдем на все. Войну? А что это, если не война? Ты знаешь, что такое одище. Ты видел орды. Остановить их может только одна армия. Наша армия. Одной армии тут будет мало. Мы это продумали. Если полковник тебя примет, узнаешь. Ты спрашивал про уцелевших из Силвер-Лейк. Ты кого-то ищешь? Нет, не совсем. То есть, в общем, я пересекался в Одище с группой ребят. Думал, они могли осесть в том лагере. А я думал, может, ты хочешь получить за кого-то награду. Нет, нет. Я, конечно, выслеживал раньше людей, но не на таких расстояниях. Ни одна награда этого не стоит. Капитан здесь. Все сделали. Метку поставить не забудь. Да, сэр. Вы двое возвращайтесь к Diamond Lake. Берите, как его, Тейлора? Да, сэр. Вот. И ждите меня. Расчетное время 6. Не понял? Я буду в 6 часов. Пора бы начать разбираться. Виноват, сэр. Все, иди с глаз моих. Слушаюсь. Нашел чего? А сколько этот... Васкес. Васкес у вас пробовал? 2 или 3 недели. Ха, время не терял. Это что? У вас были проблемы с поставками? Ну, там, мародеры. Ну, да. Понятно. Ну, что, дальше пешком идем. А с чего это? С того, что Васки что-то мутит. Из байка след не возьмешь. Ясно. С чего начнем? Ну, следы искать нет смысла. Их уже снегом замело. Идемте, надо заглянуть в эту хижину. Веди, я за тобой. Говорите, он украл пайки и боеприпасы?
Да. Этот паёк наполовину съеденный. Судя по всему, ваши люди застали его врасплох. Байк стоит на месте. Значит, он ушел через черный ход. Стоп, смотрите. Нашел чего? Ограда порезана. Не ржавая. Недавно порезали. Да, идемте сюда. Похоже, чувачок подготовился. Эй, этот. Вот, смотрите. Следы? Да, нам повезло. Сюда. Машина какашки какие-то. Стоп, погодите. Нашел что-то? Да, гильзу. Новенькую. Он остановился и в кого-то выстрелил. Идемте сюда. Стоп, стоп. А ну, пошел отсюда! Что ты делаешь? Кричат на волка. Когда как? Например. Осторожно, их тут нет! Вижу! Вот так. Мне нужно его рассмотреть. Человеку вашему было маловато пайков. Попал четко в голову, наповал. Волки услышали выстрел. Им олень был нужнее, чем Васкису. Да, другие волки прибежали к нам с той стороны, с востока. Думаешь, они гнали Васкиса, а один охранял тушу? Вероятно. Пойдем проверим догадку. Но не мешайте ты под руками. У вас тут много волков водится. Незараженных, в смысле. Патрули видят почти каждый день. Да что, человек мясо собирает. В моем детстве в Орегоне волков не было. Койоты попадались, а волки нет. Их всех истребили скотоводы, фермеры и лесопромышленники. Ну, зато теперь они тут расплодились. Ничего медленнее нельзя идти, ребят, вы чё? Снег так-то, ноги замерзают. Стоп, стоп, стоп. Что такое? Это рюкзак. Один из наших. Видимо, его почти догнали. И он бросил груз, чтобы бежать быстрее. Нет-нет, чтобы выиграть время. Упал на жопу, хотел отползти, но тут волк прыгнул. Васкис его завалил. Два выстрела. Ты все это понял? Да. Стой, пригнись, там фрики. Захоронение Неро. Это на нашей карте не отвечает. Тогда можно догадаться, почему Васкис пошел сюда. Давайте обойдем. Читаешь мои мысли. Сэнчо, сюда! Все-все, я здесь. Если честно, мне надоело убегать и прятаться от этих тварей. Ты когда-нибудь дрался с Роем? Да, было дело. Главное не стоять на месте. Слушай, если хочешь служить в ополчении, нужно думать только о задаче. А задача сейчас не фрики. Когда ты водище, убивать фриков приходится. Так уж мир устроен. Ну ладно, давайте отойдем подальше от этих могил. Погода холодная, фриков должно вылезти больше обычного. Ну а трупы они за милю чуют. Часть нашей стратегии – находить захоронения, раскапывать их и сжигать трупы. Ну, удачи вам с этим делом. Я таких могил видел сотни, причем только в этой части штата. Надо же с чего-то начинать. Ладно, куда дальше? Туда же, на восток. Впереди дорога. Подождите секунду.
Что скажешь? Кто-то еще его ищет? Да вроде нет. Ну, либо он уже труп, либо у него много друзей. Видите следы от колес? Тут проехали байки. Много байков. Хм. Ладно, пошли. По следам этим. Говоришь, они вылезают в холодную погоду? Да, они это любят. Холод, снег, дождь, даже просто тучи. Ну, я уже понял, ты фриков знаешь. Доберемся до штаба, и я сведу тебя кое с кем. С кем? Полковник расскажет, если примет тебя. Да, да, вы это уже говорили. Слушай, он кого попало не берет. Просто не хочу зря обнадеживать. За меня не переживайте. Мне по большому счету все равно. Эй, стойте. Слышите? Да, это со стороны лесного поселка. Он есть на карте? Да. Значит, и у Васкиса он отмечен. Пошли. Если показалось, что Васкис там, что бы ты сделал? Ну, он не один. Это видно по следам. Да, какое у вас наказание за самоволку? Казнь через повешение. А что? Это значит, что Васкис без боя не сдастся. Узнаете своего? Да. Вон он. Ну что могу сказать, как-то вы фигово новобранцев проверяете. Он тут явно как дома. Подождем здесь. Вызову подмогу. Убери от меня свои лапы! Ого! Дерзкая попалась! Ишь ты какая! Это мы посмотрим! Да ну нахрен! Что? Да как-то не могу смотреть, как издеваются над безоружной бабой. Я дал тебе приказ. Приказ? А чё, да мне красная повестка, вы мне пока не командир. Сидите тут, если хотите. Разберемся с вашим бойцом. Васкис больше не мой боец. Так, покараульте пока здесь, а то вдруг еще кто-то остался. Один смоешься. Он и пикнуть не успеет. Ну, шлюха, ты сейчас нарвешься. Не идет. Давай, рискни, козел. Ну и куда мне тут идти? Там женщину побьют. О, понятно, ты сюда не хочешь явно переходить. Ты говоришь,
можешь тыкни в меня на тёмка. Да, блядь, где тут пройти? Вы шо, издеваетесь? Ну, сука! Я вообще не понимаю, как туда попасть. По-моему, и не успел. Да, точно. Ясненько, ясненько. Ну, нормально. Эй, не-не-не-не, тихо, не психую, я не трогаю, я хочу помочь. Иди-ка ты нахер, помощник. Ладно, я в сторонку отойду. Не подходи ко мне! Спокойно, женщина, мы не с ними. Да мне похеру, с кем вы? Ладно, ладно. Нормально его женщина тут работала. Это что сейчас было? Да вот, хулиганы девушку обидели. Васкис мертв. Мертвее некуда. Капитан Коури, прием! Говори, Коури. Мы прибыли! Направляемся к главным воротам! Оставайтесь на месте. Ждите нас. А как же противник и... Они все нейтрализованы. Оставайтесь на месте. Конец связи. Пошли. Мы тут подогнали мотоциклы. Ну, чтобы вам пешком не идти. Свободен, капрал. Ну, что скажете? Я прошел? В смысле? Ну, вы же меня типа проверяете весь день. Вот и спрашиваю, как я, прошел? Да ну, какие уж там у нас проверки. Сам видишь, мы так гребем к себе всех подряд. Да. Да. Ты прошел. Очень хорошая новость. Говори, где кольцо взял? Ну? Едем к полковнику? Да, поехали. Почему бы и нет? Да где ты служил, Сен-Джон? На всей заварухе. Ты знаешь, как выглядит паёк, знаешь, как проводить разведку, знаешь, что такое тактическое перемещение. Так в каких войсках ты служил? Во флоте? В армии? Я стараюсь не афишировать. А то ведь в первый год народ так и стремился укокошить всех, кто раньше носил форму. В армии я был в 10-м горном. Отслужил полный срок в Афганистане. Ну а вы где? Военного всегда можно узнать по выправке. Ни у кого из ваших бойцов ее нет, только у вас. Говорю же, зоркий глаз, я служил в ВВС 10 лет в составе САК. В полигоне же нет ракетных шахт. Я был в отпуске, представь себе, повезло. Пока связь не пропала, я каждый час получал донесения со всей страны. Думаешь, нам тут сильно досталось? Восток от Миссисипи фрики разнесли за 2 дня. Бывал в этих местах? Да, я жил чуть к северу отсюда. Городок Фервелл, знаете? Нет. Это же точно за вулкан. Захолустье в ожидании конца света? Ну да, типа того. Значит, ты здесь бывал? Да, бывал. Несколько лет назад. Заезжали сюда с женой. В медовый месяц, в общем. Фото есть? Ну, жены твоей. Мою звали Кэрри. 12 лет прожили. В общем, давно это все было. Может, покажешь ему фото своей жены? Зачем тянуть?
Мои воспоминания? Ты что? По-моему, это значит, вход воспрещен. А? А, не-не, это нас не касается. Потому что мы не умеем читать? Потому что нам плевать на закон. Говори за себя. После вас. Ладно. Знаешь, делать свою даму соучастницей — это как-то не камильфо. Камиль, что? Ну, это по-францу. Ну да. Опять купилась. Извини, пожалуйста. Господи, ты бы видела сейчас свое лицо. Ха-ха, смешно, наверное. Да, будь у меня мобильник, я бы тебя сфоткал. В кои-то веки я рада, что его у тебя нет. Ну ладно, не начинай опять. А я-то что, сам об этом заговорил? А ты продолжила. Так куда мы идем? Иди по тропе. Это недалеко, правда. Видела бы мама, как я гуляю неизвестно где среди ночи в компании мутного байкера. Вот что бы она мне сказала. Не знаю, может, там холодно, надень свитер. Остряк. Ничего бы она не сказала. Ты ведь вроде не хотела им про меня говорить. Да ладно тебе, это было давно, а ты мне до сих пор вспоминаешь. Да нет, нет, я же тебе ничего не предъявляю. Я вот своему старику тоже не сказал. Это потому, что твой отец умер. Ну да, и это тоже. Ты еще тот шутник, Дик. Гораздо интереснее, сказал ли ты своим ребятам, что встречаешься с правильной девочкой из Сиэтла, а не с тёлкой из того стрип-клуба, в котором вы живете. Так-так, секундочку. Во-первых, мы не живем в стрип-клубе. То есть, у нас там пожизненное членство, это правда, но мы там не живем. А во-вторых, я сказал им, да, представь себе. Ты что, правда? Ну да. А чего ты удивляешься? Твоя ученая степень всех очень заводит. О, да. Верю. Красивое местечко. Ты в курсе, что мне давно спать пора? Я в курсе. Все, серьезно. Пошли назад. Мне правда завтра рано вставать. Да? И как там на работе? Ты же мне ничего не рассказываешь. Да просто этот проект... К нам должны прилететь менеджеры из Нью-Йорка, будут нас курировать. А еще у нас строят новую лабораторию, но даже не объяснили мне, для чего она, и план не показывают. О, я-то думал, ты не хочешь об этом говорить. Извини, просто... Да ладно, это ерунда. И вообще, спасибо, что помог мне от всего отвлечься. Да, нет проблем. Стоп-стоп-стоп, это та самая конопляная ферма? Ее ты хотел мне показать? Чего? Ну, вот это кусты конопли, а это растительная система. Значит, это конопляная ферма. А, да. Ты смотри-ка, и правда. Интересно у вас в горах деляночка. Ты приволок меня посреди ночи, не пойми куда, чтобы показать вот эти ваши грядки незаконные. А, ну да, раскусила. Я надеялся, ты посмотришь, дашь нам пару советов, ну, по выращиванию. Обратишь свои знания в полезное русло. Господи, ты совсем... я поняла. Ты на самом деле не это хотел мне показать, да? А, нет, конечно. Иди по тропе, мы уже почти на месте. Опять ты меня подловил. Жизнь меня ничему не учит. Не-а. Обалдеть. Посмотри, так красиво в лунном свете. Мы уже почти пришли. А вот что было бы, если бы повсюду погасли огни, все разом, и люди смогли бы увидеть мир вот таким, как есть? К
каком смысле? Мрачным, тусклым и гнетущим? Я про луну, про дикие цветы, про светлячков. А, ясно, ты опять прикалываешься. Ты ничего не воспринимаешь всерьез. Ой, я всегда совершенно серьезен. Хо-хо, ну да. Правда? Нет, неправда. Помнишь, я предложила перевести кое-что из моих вещей к тебе? А ты сделал вид, что это шутка такая. Не так все было. Я сделал вид, что не расслышал. Это большая разница. Видел бы ты свое лицо. Вот у меня есть мобильник, и я тебя зафоткала. Показать? Слушай, ты же ученый. Давай вести себя рационально. Во-первых, я просто предложила подумать насчет того, чтобы жить вместе. Мы бы чаще виделись, и вообще это логичный шаг. Что тут нерационального? У тебя дома моя зубная щетка. О, извини, действительно ты прав. Ты ценишь наши отношения. Ну а то. Ты знаешь, сколько стоит хорошая щетка? Вот видишь, опять ты за свое. Любой разговор про наше будущее ты обращаешь в шутку. Ладно, слушай. Нам правда надо это обсудить. Мы обязательно обсудим, но просто подожди секунду. Я хочу тебе кое-что показать. Ладно? Видишь? Вот зачем я тебя сюда позвал. Ну все, пора купаться. Обалдеть, как красиво. Тебе нравится? Конечно, да. Я тут тебя спросить хотел. Да? Дико. Ты бы... Что, я? Ну, короче... Ты согласна? На двух условиях. Говори. Во-первых, никакой байкерской свадьбы, где ты клянешься залезать на меня так же часто, как на свой мод. Как я могу такое обещать? Ну, хватит. А еще, во-вторых, обещай, что никогда меня не оставишь. Идет. Неужели ты мне клубный перстень на палец ну надел? Да, что? Вот взял и надел. Какой милый. Клыкастенький такой. Грызет свою цепочечку. Символ истинной любви — это... Собачий череп. А что здесь написано? Эй, а кто из нас тут учил латынь? Ну что? Ну, это... Moriur invictus. Смерть прежде поражения. О, мне это нравится. Но ты ведь потом настоящее кольцо подаришь. То есть это, конечно, да, конечно, красивое. Это ведь все-таки мой перстень. Ну да, его надо он будет твой. Вернуть. Мне бы что-то попроще. Можно без клыков. Ладно. Хорошо. А, черт, извини. Да ладно, ничего. Работа, надо ответить. Давай. Алло? Да. Нет, ничего, я приеду. Все, давай. Все нормально? Не знаю, просит приехать. Что, вставай. Сейчас приехать? Вот прямо сейчас, среди ночи? Подожди, очень надо. С меня причитается, ладно? Ладно. Идем. Иду. Мою жену звали Бет. И фотки не осталось. Идем. Так купалочку возьмешь.